где еще вчера стоял антитрухановский Майдан, мэр города устроил праздник. На месте, где прикормленные Трухановым патриоты пролили кровь его оппонентов. Так начиналась официальная церемония празднования Дня города на Думской площади. На центральный флагшток подняли флаг города под аплодисменты почетных граждан города, чиновников и немногочисленных зрителей. Затем перед собравшимися прошла рота почетного караула и закончилось все плясками на месте, где еще вчера детушки избивали мирных протестующих. Примечательно и то, что на трибуне, роль которой выполняли ступеньки мэрии, кроме чиновников и почетных граждан, были замечены одиозные нардепы Вадим Рабинович и Евгений Мураев, которые, отколовшись от оппозиционного блока, основали не менее оппозиционную за жизнь. Не хватает только Саакашвили. Он заслужил свое место где-то недалеко от Труханова и Кивалова. Эти же персонажи составили компанию Геннадию Труханову во время церемонии возложения цветов к памятнику Дюку. Такое внимание данным фигурам со стороны мэрии Одессы наталкивает на определенные выводы. Никто из руководителей государства Одессу, морскую столицу Украины, которую сегодня возглавляет Труханов, своим присутствием не почтил. И ради этой публики карманные патриоты вчера разгоняли антитрухановский Майдан. Также групповое фото политиков, которых многие патриоты считают пророссийскими сепаратистами, вызвало большой резонанс и обсуждение в Фейсбуке. А теперь, дорогие мои, посмотрите внимательно на это фото. Это сегодня день города Одессы. Попы московского патриархата Труханов, Кивалов, Рабинович и Мураев. Ради этого вчера защищали площадь перед мэрией. «Мама, с днем рождения, говорите! Это адский ад и позорище», отметила общественница и журналистка Алёна. А теперь, друзья мои, зацените день города в Одессе. Кто-то еще хочет поздравить нас с праздником? Прокомментировала фото известная журналистка Елена Добровольская. Постарались вчера Кожухарь, Гуменюк и Резвушкин с Пановским на славу. Сепаром явным площадь для праздника очистили. Противно господам рядом с наймытами стоять, наверное, прокомментировал общественник Сергей Гуцелюк. Как отпугнуть системную оппозицию, внегорсоветовские политические партии и конструктивных проукраинских общественников, а даже ситуативного сотрудничества с мэрии, по тому же Евровидению, социалке, проектам развития и прочему, во имя блага города. Сделать фото с Рабиновичем, Мураевым и Киваловым на ступеньках горсовета. Дебилы, отметил общественник-волонтер Павел Паламарчук.